Тотальный диктант, когда каждый желающий сможет проверить уровень своей грамотности, пройдет по всему миру 16 апреля. В этом году голосами краснодарского тотального диктанта станут наши коллеги, ведущие телеканала «Кубань-24» Наталья Баранова, Надежда Чечерина и Иван Волошин. Я вообще не думала, я очень давно хотела поучаствовать в этом проекте, потому что я пишу тотальный диктант с 2013 года, каждый год. На разные отметки, надо сказать, но движусь к успеху. И я сама инициировала, на самом деле, тот факт, ну, чтобы я и Иван Волошин читали тотальный диктант, потому что ну, мы, как сказать, мы за русский язык, да, и мы хотим, чтобы люди вокруг были грамотными, стараемся и в своей среде это прививать, и доносить это до других людей, поэтому мы с удовольствием, как только узнали, что 16 числа он пройдет, решили, что мы тоже будем участвовать и договорились вот с организаторами. Я заметила, что каждый год больше и больше людей принимают в нем участие, это значит, что как минимум больше и больше людей становятся более грамотными, потому что, во-первых, там проходят курсы по подготовке, во-вторых, никому же не хочется двойки получать.